о кадровом голоде в промышленности говорят уже давно. Ну, в наших, во всяком случае, кругах оппозиционной интеллигенции. Несколько лет назад, наверное, теперь уже лет 5 или 6 назад, в Петербурге была крупная научная конференция, на которой выступали специалисты из Соединенных Штатов Америки и предупреждали нас, что у нас нет инженеров, что вы не готовите инженеров, и это кончится печально, что инжиниринговые разработки у нас находятся на примитивном уровне. Наши специалисты... Инженеры готовились все это время, но только негде было работать. Они не были востребованы на рынке труда, потому что остановилось производство. И у нас не хватило воли, не хватило, может быть, ума, что ли, у нашего правительства на этот период отправить инженеров учиться за рубеж. Но так отправить, чтобы они оттуда вернулись. А сегодня мы некого ставить. Специалистов, инженеров с опытом днем с огнем не найдешь. Их ищут, их переманивают друг у друга. И я считаю, что это, в общем, конечно, беда и вина наших предыдущих правительств.